Человек с рублем, как называют в народе памятник рабочему с флагом, теперь не только достопримечательность Севморзавода. Отныне рассчитываться российской валютой в магазинах и на рынках города не только можно, но и нужно. Уже официально. Так решили депутаты на заседании законодательного собрания. Двойные ценники на товарах появились на полуострове с самого утра. Тогда же продавцы начали пересчитывать первый рублевый почин. Первые рубли пришли ко мне, первая выручка с рублями. Очень даже хорошо. Приятно их в руках держать, честно. Говорю. Гордость за то, что у нас наконец-то наш Крым стал Российской Федерацией. Для ряда магазинов переход на расчеты в рублях может затянуться. Основная сложность связана с необходимостью перепрограммировать кассовые аппараты. Пока в Севастопольской налоговой ищут оптимальное решение – перенастраивать приборы на работу с двумя валютами, либо приобретать новые в России. Расчеты с покупателями производятся пока в гривне. Завтра ждем совещания, на котором получим более детальные шаги, по которым мы сможем перерегистрировать свои кассовые аппараты и принимать уже от покупателей две валюты. В большинстве севастопольских магазинов стоимость пока тоже указана в гривнах. Комплекты ценников в рублях продавцы обещают расклеить в ближайшее время. Пока же учатся отличать фальшивые деньги от настоящих и преодолевают трудности перевода из одной валюты в другую. Сейчас фиксированный курс обмена составляет 3,80 за гривну. Курс на рубль взяли и севастопольцы. Гривна сейчас пока еще скопилась, есть пока. Желательно, чтобы ее побыстрее бы ее бы как бы реализовать в рубли, а потом уже жить уже как все россияне по рублю самой жизни. Ну, избавляться от гривен рано, потому что у многих есть запасы, конечно, гривны. Но потихоньку все образуется. Главное, чтобы за проезд можно было платить, а так мне все равно. Пенсии и заработные платы горожане будут получать уже в рублях. Все начисления, а это налоговые платежи и расчеты, будут производиться также в российской валюте. В кошельках гривна останется до 2016 года. После этого единственной законной валютой Крыма и Севастополя будет рубль. Александра Толкачева, Олег Иващенко. Программа «Наше время».